Мы основной упор сделали на само здание школы, они его закрыли. Вот. Здесь вся кровля осталась открытая. Затяжные осенние дожди оставили свой след. Сейчас стены в пристройке сырые, и, по всей вероятности, часть уже выполненных отделочных работ придется переделывать. В том числе демонтировать и восстанавливать перегородки из фанеры. Это тот контур, который надо нам будет закрыть. Когда мы будем подавать сюда тепло на просушку, чтобы у нас оно не уходило. Это что, они ошиблись с окнами, с размером? Что это? Возможно, это их просчеты. Естественно, будем принимать технические решения и будем исправлять. С бывшим подрядчиком окончательно расторгнуты все контракты. На его смену сейчас пришел новый, к слову, тот же, что и проводил капитальный ремонт в школе номер 4 в городе Орехово-Зуево. Глава округа Руслан Заголовацкий вместе с руководителем оценили состояние здания и скрупулезно осмотрели все проблемные места. Не плоская кровля, в первую очередь. Там уже чистили, это готово уже. Здесь уже чистили. Вы же видели, помните, что здесь было? Мы это все увезем до завтра и параллельно все будет вестись. Смотри, вот эти вот решения. Мы это уже решение есть. Утеплителем закрывается. А не будет мороженого? Нет, там 20 метров. Убрать строительный мусор. За 4 дня закрыть тепловой контур здания, восстановить герметичность кровли над пристройкой и начать заниматься отделкой в круглосуточном режиме через 2 недели. Такой план сейчас ставит перед собой подрядчик. Все процессы максимально запараллелят. Строительные бригады набраны, завершить работы должны до конца года.